Здорово, народ. Так, я тут долго ждал довольно-таки. Так, что за события? А, на 5 дней. Так, у нас тут, кстати, доспехи у многих уже подобновлены были. Я тут обновляю постепенно. Орсенальчик. Ну да, к сожалению, пока 42 уровень. Нет, какие у нас тут еще? Босса потом, снаряжение усилить. Давай-ка, кстати, перейдем. А, так, кого мы переодеть тут можем? Тебя можем, да? По уровню. Красавицы все усилены? Не все. А на тебя, блин, не хватит. Погоди. Ты у нас тоже в команде, да? А, у нас там 9 человек в команде. И еще золота не хватает еще. Серьезно? Так, ну теперь у меня много этих кристаллов и ни хрена нету. Ты серьезно сейчас? А, да, кстати, мне надо сейчас убрать будет вот всех этих героев. Я, конечно, извиняюсь, но да. Я их сейчас уберу только. Так. Пикал 2 часа у меня выходит времени в день на все эти игры. Не так много. Ой, нам же здесь 100 раз сердца отправить еще, да? Бросил вызов боссу. Надеюсь, с сердцами-то проблем у меня не будет, да? 85 из 100. По друзьям потом пробежимся. Древние руины, да. Пока я временно всех этих героев исключу. Они мне в принципе не нужны. Кого улучшать? Зачем улучшать? Так что как-то так. Так, призови героев в таверне один раз. Големчик. Выглядишь ты, правда, крайне хреново, но ладно. Вызов боссу гильдии башни бесконечности. Садись на арене один раз. Ну, на арене посражаемся. Так, а против кого? И какая у меня сила? Ну, где-то против этого, да? Что надо хоть свою силу посмотреть-то. Еще до конца, в принципе, не докачался. Надо сейчас по башне бесконечности пробздеться. На это на 75 уровне наша подруга. Нехорошо. Ее тоже надо поднимать хотя бы до 80-ника. Я забыл, посмотри, какая у нас сила. А у этого 10. Как это вообще есть? Может, это мне как-то дается? Я просто
даже не знаю, что сказать. Может, реально с випом дается. Ну ладно, будем пока развиваться другими странными способами. Мне сейчас главное подразвить. Все, ежедневка пройдена. Так, герой. Герой. Хирос. И мне надо хорошо по башне бесконечности будет прокатиться. Мягко, так сказать, хорошо. В принципе, я могу попробовать. Full moon. Out of my way. Да, по башне бесконечности надо все равно. Так. Victory belongs to the Glory Knights. On behalf of the jungle, I will punish you. Пегасятина, да господи, сколько мне этих сундучков. Тоже. Так, мне бойцов ближнего босса. Боя. Очередь надо прокачивать. У меня их не так много. Кстати, танк можно прокачать. Он хоть боец дальнего боя. Но. Куда без него? Вот так вот и сериально разбираться. Ну, ладно. Пустоши. Башня бесконечности. Погнали, вызов. Сколько у меня там будет? Ох, японская трожь. Хрена себе у меня там. Под прорыв, так сказать. Извиняюсь. Ну, надеюсь, далеко продвинулся. Просили потише сделать. Он даже выстрелить не успел. Ладно. Сейчас мы тут прокатимся по башенке. Ну, мы максимум сможем героев до 100 докачать, а дальше я не знаю. Главное уровень силы себе поднять хорошо. Чтобы можно было справляться с компанией. Да. Dominating. Мы будем что-нибудь придумывать по ходу дела. По 15 камушков это чересчур мало даже. Я так скажу. Dominating. Dominating. Так, а после какого у нас будет хотя бы камушков-то побольше даваться? Да, тут, конечно, с этими камнями довольно-таки большой гемор будет. Ну ладно. По компании какой уже? 50 что ли уровень? Это так. Dominating. Идет.
10 уровней, это 150 будет, да? Мне уровней надо 30 пройти, получается. Минималочка. Да, пегасика бы нам подзаменить на кого-нибудь тоже хорошего конюха, но, блин, вся проблема в том, что я не знаю, на кого ее заменить пока. Никого подходящего нет. Иначе бонус потеряю. Так, бонус конницы я не потеряю, в принципе. У меня два конных-то есть. Тут здесь только двоим дается бонус. Но тут 9, возможно, светлым будет даваться бонус, так что видишь, как бы. Такое будет. Держать команде сильно и пока. Это мощно. Полезно. Доминейтинг. Доминейтинг. Я для босса этих чертей оставлю, ну ладно. Мы с боссом воевать как получится. Доминейтинг! Доминейтинг! Да, до 70-го дойдем, посмотрим, что там. Может, мне и хватит. Что задом сниму. И у меня завтра план попытку установить две игры, которые никак не восстанавливаются. Это дядька стал крутым во время, правда. Доминейтинг. Походу какой-то золотой герой, наверное, был. Блин, два одинаковых. Почему я не могу так делать? Свинство. Доминейтинг. Хорошо, идем. Доминейтинг. Доминейтинг.
пока, не кисленько. Оглушалки, ой, бы ему силы не было. Не, ну правильно. Они его не сделали слишком удобно, хорошо. Dominating. Это уже идет по двадцатке. Ну да, тут, конечно, медленнее. Так. Ну что, подруга? Лунзи! Ни хрена не хватает. Давай еще башню бесконечности почелыним. Так, давай-ка мы попробуем призвать некоторых. Хирусов. Для начала. В принципе, можно сейчас по компании пробежаться. Или получше награды дать. Так, что у нас ловки-то здесь? Полезно имеется. Нет, пока все бесполезно. Хотя да, можно здесь покуковать немножко, но это так себе. На развлечение разве что. А если бы этот гном еще был, точнее гоблин был фиолетовым? Ну так-то он себя ничего не представляет. А, так теперь им нужны похожие. О-о-о-о-о. Так, как. А вот это уже все крайне становится хреновым. Это мягко сказать. Что убийца пока здесь? Я что думал, 250 надо, а там 450 надо. Просчитал. Ой,
вряд ли после уровня 5 я получу 10 героя. По башенке. Тихо, медленно шурша, крыша, едем не спеша. Так, план слышника хорошо, вот спина, это не скажу. Доминейтинг. Доминейтинг. Нашу конницу любят долбить. Ну, неудивительно. Пешки в первых рядах постоянно. Так, уже примерно силы равные нам. Неприятно. Дойдем ли до 80? Вот это вопрос хороший уже. Японская блоха 180. Вот это зараза круто. Да, я смотрю, на башне любят с качками все делать. Не, все крайне хреново. Вот такие вот скачки на этой башне дурацкие. Или опять какие-то тут поотмерли. Да нет, вроде все. Удивительно рядом. Тренинг мы прокачать ни одну из наших девонек пока не можем, да? Отлично. Тебя также вряд ли мы сможем, но давай попробуем. Да, можем. Так, сразу качаем наших коней. Чтобы нам вкачать эту помощь. Кого? Багаса нашего. On behalf of the jungle, I will punish you. Так. Dance under the moonlight. И все. Так, ну мы зато в башне бесконечности можем еще пару раз пройти. Это, пожалуй, предел уже по полной, кстати говоря. Но мы, по идее, должны были уже сравняться с ним. Да? Ну, давай попробуем. Конечно, они сравнялись, но и не хуже стали. Это взяли. Да, было бы смешно, если стали еще хуже.
десятый герой. Так, ПГ, стоп. Enemy dominating. Enemy dominating. Слишком для меня крутой. Слишком. Хрен, блин. Чё сумка? А, осколки души. Ну, используем давай. Так, золото у меня есть, алмазы у меня есть. Потратить не будем, бессмысленно. Так, ну пошли немного посмотрим, как мы в компании будем себя показывать и чё мне тут светится, стою у Павла. Еще светлый герой-то есть, да я посмотрю. Ой, господи, ой, господи, девоньки, вы откуда такие взялись? Все, понял, что мне светится. Так. У кого там из наших было 4 звезды? Героев что-то там зияет где-то, да? Что себе аватарку могу изменить. Я к ней как бы привык. О! Будем выделяться. Легендарным героем. А почему бы и нет? Спрашивается. Так, ну чё? Сейчас можно попробовать пойти на босса навалиться, но я предлагаю немного компанию попроходить и уже в конце концов на босса. Сколько у нас здесь у босса? Дядь, у тебя сколько там всего? Про мозги не спрашиваю, но да, он примерно равен мне, блин. Ну, возможно, 6-й этап я пройду. Давайте попробуем. Dominating. Unstoppable. Так, этап это был последний. Молодец я. Ладно, следующая глава. И сколько там уже будет силу, так будет становление. Пошли. Стоп, что? Так. Обменять.
этого бы обменяли на вот этого. Потом вот этого. На вот этого. Нет-то больше некого светлых-то не осталось героев. Так, 4-5-звездочного героя. 6-5-звездочных, 4-5-звездочных. Да. Ай, как я их обожаю всех с этими звездочками, просто ж капец. Да ты ж надо им. Так, мне дали, кстати, алмазики. Давай-ка попробуем. Стоп, а на кого мне их не хватало? Вообще-то нам на всех их хватило. И здесь проблема. 3, 6, 9, да? У нас есть такой вот дядька. Ты, надеюсь, боец близнецов. Отлично. Возможно, ты мне скоро понадобишься. Пока давай посмотрим, что у нас здесь компании будет. За чудо-юды. И сколько там у них будет силы. Вот почему-то я в этом не сомневался. То есть, все, что я день копил, оно сейчас уйдет. Сами выйдут. Dominating. Так. Ладно, Ру, на этом, в принципе, я закончу. Сейчас надо будет подумать, как это все правильно будет подорганизовать. Ну, нам, в принципе, по-хорошему-то. Да, нам надо сейчас будет нашу конницу. Не так и сильно много. Я думал, будет намного круче. Ну, теперь дядь, ты у нас можешь жрать пятизвездочных героев. Ай, какая прелесть. Да нет, нифига не прелесть. Ай, какая мерзость. Лучше бы ты любых мог жрать. Погоди, он любых и может жрать. Светлых. Блин. Интересные вопросики. Так, но мне нужно будет сбросить такие пердеты матрешки. Это у нас в экипаже вроде делается. Да, сброс героев. Сбрасываем вот эту девоньку. Будем поднимать дяденьку. Но, к сожалению, вариантов народ нету. Мне нужна замена на нормального фиолетового героя. Потому что, ну, силы, как видишь, мягко сказать, неравные. И единственный подходящий вариант — дядька с двумя мечами. Kill all evil!
Ну да. Ну а что с этой подругой-то делать фиолетовой? Ну ее только в утиль придется пускать. Больше никак. Ну на этом я закончу, продолжим в следующей серии. Всем удачи, всем пока. Ну что за задание выполнили? Получить шестизвездочного героя. Мне интересно, какой тут предел по уровню в первую очередь. Это довольно-таки тоже сильная роль сыграет.